О, интересно. Сейф за картиной. Жутко оригинально. Хотя, живопись в доме наемницы — это все равно, что найти у тебя оперный брейн-данс. Меня больше интересует, почему эта картина упала. Похоже, Джулиет сильно торопилась. Да, что-то тут очень мутное произошло. Хочешь, поделись жизненной мудростью? В сейфе обычно хранятся ценные вещи. Тут есть ридер. Надо поискать щепку доступа. Что-то мне это совсем не нравится. Гляди-ка ты в оба. Надо бы осмотреться. Да тут целая аптека. Я думал, такого даже на черном рынке уже не достать. Это все успокоительные. Их берут, когда нет денег на что-то получше. Многовато для одного человека. Ну и бардак. Да и вонище. Сразу видно, что наемница жила. Фига себе. Тут кто-то ударился мизинчиком. Следы борьбы? Мягко сказано. Хм. Почти все закончилось. Вот этому в аптечке явно не место.
Иногда и мне везет. Эти деньги мы хотели отсюда свалить. Оказать ли жителям Аляски помощь или преподать им урок самостоятельности? Голосуйте в нашем опросе на сайте. Обычная авария или атака хакеров?
Нано-пчелы нападают на жителей Милана. Рой микроботов производства Фэн-Хуан, насчитывающий около 7 миллионов особей, по неустановленным причинам прекратил опыление полей и направился к столице Ломбардии. Нано-пчелы обосновались в нескольких автобусах и городских зданиях, что привело к многочисленным происшествиям. Мэр Милана Лоренцо Риччи собрал следственную комиссию, которая установит причины этого необычного явления. Мечтаете стать главой штата? Тогда это предложение для вас. Компания No Limits Atoll объявила о поступлении в продажу 15 новых искусственных островов. Каждый из них занимает 5 квадратных километров и расположен на опорной плите, способной выдержать до 8 баллов по шкале Рихтера. Острова находятся в международных водах, поэтому их владельцы не подчиняются ни одному из государств и вправе самостоятельно устанавливать местные законы. Хотите узнать больше о своем будущем райсинге? Ссылка внизу экрана. Кстати говоря, отдых на западном побережье – неплохая альтернатива островам. Это все на сегодня. До новых встреч! Не будет ждать тебя так, как я. А знаешь, я начинаю привыкать к нашим встречам. Вижу, у тебя много вопросов. Я отвечу лишь на один. Кто ты? И почему все время исчезаешь? Ты можешь задать только один вопрос. Ты не можешь залезть на два дерева сразу. Бля, ты серьезно? Брань тоже очищает душу. Ты готова к последней практике медитации? К последней? Да. Заплати за нее столько, сколько считаешь нужным. Надеюсь, этого хватит. Я буду твоим проводником в медитации. Эта медитация посвящена стихии воздуха. Мы совершаем восхождение в горах. Слева и справа от нас две огромные скалы. На первой скале сидит орел. Дух воздуха проходит через каждую клетку его тела. Дух воздуха — первородный ветер. Я приветствую тебя. Мы с тобой одной крови, ты и я. Ты един со мной, я един с тобой. Без тебя моя жизнь не продлится и двух минут. В тебе секрет нашей жизни. О, великий дух воздуха, усмири мою боль, очисти тело и душу от болезней, от скверны и дурных энергий, принесенных токсичными людьми,
мирами и измерениями. Даруй мне энергию жизни. Даруй мне здоровье, юность, мудрость, знание, счастье, восторг, силу и внутренний покой. Я орел. Ветер поддерживает мои крылья, перебирает мои перья, проникает в каждую клетку моего тела, заполняет пустоты между молекулами. Ветер очищает и тело, и душу, и тонкую ауру. Мы взмываем к небесам широкими кругами. Мы чувствуем легкость, чистоту и восторг. Наше тело наполняется счастьем, покоем и гармонией. Мы благодарим тебя, дух воздуха, разумом, телом и душой. И опять исчез. Ну, хоть оставил что-то. Блять, что ж мне так херово-то, а? Видал? Тут сидел учитель Дзена, и вдруг бах, и нет его. Ви, ты чё несёшь? Он научил меня медитации. Очень необычные ощущения. Это не по моей части. Иди поговори с этой, как её, Мисти, если тебя это парит. Хорошая мысль.